Игроки Рубина вернулись с первого тренировочного сбора, который проходил в Объединенных Арабских Эмиратах. Последний день сбора наша команда сыграла контрольную встречу с Локомотивом из Ташкента. Первый сбор, он всегда сложный, потому что был большой перерыв. Первый сбор, он больше акцентирован на физическую нагрузку, поэтому мы получили определенный объем. А в прошлый раз в этом же аэропорту ты нам говорил о том, что ты остаешься. В этот раз все в силе, ты все еще остаешься в команде. Я все же на данный момент в Рубине. У меня впечатление хорошее, потренировались, хорошая погода была, хороший отель, хорошее поле, так что все великолепно. А у вас какие планы? Вот между сборами достаточно такой промежуток небольшой есть. Какие планы? Как хотите провести это время? На санках с детьми покататься хочу. Сбор прошел плодотворно, поработали, больше делали акцент на физическую нагрузку, связи наигрывали. А матч с ташкентским Локомотивом лично для тебя какие-то эмоции, может быть, какие-то впечатления оставил? Что-то есть, что, о чем ты хотел бы рассказать после вот этого матча? Я играл уже за основную команду в товарищеских матчах. Вот. Так что не было такого мандража. Вот. Волнение было, но когда сделал первое касание, оно все спало. Вот. Но я думаю, есть к чему стремиться всегда. Вот. И на следующем сборе, надеюсь, будет лучше. Вот сейчас между первым и вторым сбором есть небольшой промежуток, время для отдыха. Как ты планируешь провести это время? Ну вот сегодня отдохну, а завтра уже у нас индивидуальный распорядок будет, и мы будем заниматься, вот, и готовиться ко второму сбору.